Я могу говорить все, что угодно, но вы хотя бы в мою сторону смотрите, потому что если в окошко, то, конечно, это нарушается. Но вы снимаете уже или нет? Рот разинул, что слух. Нет, суть не в том. Дело, мы обсуждаем какой-то воспитательный один момент. Будем считать. Да, в данном случае какой-то очень-очень важный. Ну, занимаемся вот этим вот делом. Ну и, наверное, будет и достаточно. Если вот столько вот мы снимем, то вполне вот того, вот этого кусочка, который снят, уже будет и... Не, ну лишнее потом надо будет. Достаточно. А не лишнее будет. Виктор, достаточно? А? Не целиком. Согласна. Хорошо. Все, там, оставил вот этого после. Сегодня? Ну, сегодня, наверное. Или вчера. Вчера всю ночь смотрели Квентина Тарантино, а потом до утра бегали друг от друга. Думали, что вампиры. Не, ну, дело в том, что все равно скомпонуется, так или иначе. Тут какие-то кусочки вырежутся, какие-то вклеятся. А я сидел дома, ночевал, вот так вот. Ужас такой. Мне кажется, что решение вот этих вопросов, они же более серьезные, да, а мы все время с улыбкой. Да. Это же воспитательный вопрос. Да. Ну, это правда, время идет и начинаются уроки, поэтому лучше всего, конечно, нам пойти вот в данном случае. Правильно? Все, спасибо. Не сняли некий страшный коллектив, что за уши убивает. А, я не знаю. Несерьезно это, да. Конечно, не серьезно. Все, спасибо. Леонидовна, Виктор, только не снимайте, пожалуйста, я стану со стороны. То есть, вот учеников, то, что свободная беседа. И все. Только ближе к столу. К столу ближе подойдите. Значит, Белорусский патриотический союз молодежи, мы уже с вами говорили об этом, что он создается, это новая общественная организация, инициирует это президент наш Лукашенко. Давайте посмотрим на структуру этой организации, кто туда входит. Итак, вот здесь у нас сокращенно написано Белорусский патриотический союз молодежи. Какие организации инициируют эту организацию? Штабы стратегических отрядов белорусских, да? Союз молодежи, Бюро молодежного туризма и экскурсии, 14 до неопределенного возраста. Так? А какие цели и задачи, Оля, ставит эта организация? Какие цели и задачи вот на доске написано? Формирование у молодежи патриотизма. Уважение к Конституции Республики Беларусь. Хорошо. Интеллектуальное, физическое, моральное поведение, нравственное совершенствование белорусской молодежи. Так. И подготовка молодежи к службе. Хорошо. Хорошо, спасибо. Наташа, пожалуйста. Наташа. Так, ну скажи, какая у нас тема сегодняшнего, так сказать, занятия? Общественное объединение в настоящее время. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что нужна такая организация в нашей школе или не нужна? Нужна. Нужна, безусловно. Да. А зачем она нужна в нашей школе? Зачем эта организация нужна в нашей школе? Да старше, скажи, Виктор, что мы поговорили. Поговоришь немножко. Так, что ты сегодня ела на обед? Обеда не было. Ты нарушаешь, так что в данном случае пустец. Ты бы хотела вступить в такую организацию, какая создается у нас? Не знаю. Не знаешь, да? Ну, по-моему, достаточно. Да, все. Ну, спасибо. Надо вступать, ты что? Да, ты пропалишь, да? Что? Ты не знаешь.
Да, мне уже само пошло. Что надо мне в камеру. Bye.